Ну что, у нас вылупился малыш. По-моему, это петушок, первенец. Вылупился последний малыш. Вот такой вот хорошенький. Это поместный ликбар. Я закладывала еще немножко розового яйца. Вот папа ликбар, а мама просто белая курочка с лохматыми лапками. Вот этого малыша я посадила, получается, в общий брудер. Так как он вылупился последний, ему расклевали вот эти вот перышки, начали щипать на лапках. Не знаю теперь, как это исправить. Я зеленкой помазала, его пока посадила обратно в инкубатор, потому что здесь теплышко. Не знаю теперь, отдельно-то я его сдержать не смогу. Может быть, сейчас просто какую-нибудь коробочку его посажу, пока крепнет и сможет от них отбиваться. Вот такой вот последний красивый малыш. Будет и с лохматыми лапками, и с чубчиком. Надеюсь, что эта курочка еще и будет нести голубые яйца. Но пока не видно, курочка или петушок. Итак, цыпляткам уже несколько дней. Одним цыпляткам уже около 5 дней, даже уже, наверное, 6. И несколько вылупились чуть позже, потому что яйцо я докладывала. У нас вылупился один очень красивый желтенький цыпленочек, вот он. И у него лохматые лапки, это от белых курочек. Он вылупился последний, но он очень крупный. Но почему-то его братья-сестрички не принимают и все время обижают. И даже повыщипывали ему вот эти вот красивые лохматушки на ножках. Вот. Я тут подмазала зеленочкой, плохо видно, не фокусирует, вот. И отсаживала в отдельную клеточку, вот. Но, думаю, он же не будет жить все время в отдельной клетке, ему нужно приучаться. В общем, замазала все зеленочкой и постепенно, да, подсаживала этого малыша к остальной массе. Но, как мне кажется, он так и не нашел с ними общий язык. И вы знаете, он теперь как такой изгой среди своих. Все время они его пытаются как-то тюкнуть, хотя он самый пушистенький, самый такой вот, мне кажется, интересный, хорошенький. Вот, и это, конечно, очень обидно. Я все время слежу, чтобы его не обижали. Вот такой вот лег отдыхать под лампочку. У них здесь корм. Да, уже где-то с третьего дня, ну, одним цыпляткам было 3 дня, другим где-то 5, я насыпала опилки. Отлично, они живут на опилках. Опилки долго держат, да, впитывают всю сырость. Получается, опилки можно не менять долгое время. Хотя пеленку, например, я меняла 2 раза в день. Вот, поэтому с опилками намного удобнее. Также здесь у них стоит чистая водичка. Немного они все равно накидали туда корма и опилок, ну ничего страшного, вода чистая, я регулярно ее меняю, в водичку я добавила мед. Этих цыплят, так как это цыплята мои, не из покупного яйца, я решила не поить антибиотиками. Эти малыши будут расти без антибиотиков, вот такие натуральные только мед, и попозже я пропою от коксидиоза, я считаю, это очень важно. Ну и пока будут вот так вот в тепле, видите, все они как-то вместе, а этот все время один, мне его так жалко, только пусечка. Он даже самый такой пушистенький. И так как папа ликбар, у этого цыпленка должен быть чубчик, еще и лохматые лапки. Мне кажется, будет очень-очень красивый. Так как расцветка у него не ликбарская, вот, то неизвестно, какой он будет. Ну, курочка, я имею в виду, или петушок. Но что у породы ликбар сразу видно, да, у мальчиков белые пятнышки на головке, а у курочек нету. Поэтому здесь все сразу понятно, сколько курочек, сколько петушков. А с этим цыпленочком вот непонятно, ну такой хорошенький вообще. Ну вот такая вот у него судьба, правда, как изгой среди своих. Хотя посмотрите, какой он крупный, хотя вылупился последний. Вот такие вот малыши. Малыши, оказывается, бывают тоже очень даже жестокие. К нам опять вернулась зима. Почти середина марта, а у нас, ну, прям прилично снега. Но, знаете, если бы 2 недели назад вот так вот высыпался снег, я бы, наверное, расстроилась. А сейчас мне как-то все равно. Ну, снег и снег. Это не самое печальное и ужасное, что могло случиться. Поэтому ничего, растает, и будем жить
Дальше. Вы знаете, меня сейчас даже не расстраивает то, что у нас регулярно выключают свет. Сейчас я к этому как-то более спокойно. У нас здесь уже тюльпаны, я вам их показывала. Уже на нарциссах были бутоны. Вот. Ну, теперь это все. Вот, бутончик как раз видно. Вот он. Надеюсь, видно будет. Вот, видите? Уже с бутонами все снегом завалило. Надеюсь, не замерзнет. Ну, даже если замерзнет, ну ничего страшного. Ну, что поделаешь. Иначе такова судьба. Ну, вот такая у нас сегодня погодка. Вот там как раз и всегда травку рвут для кур. Сейчас она опять завалена снегом. Ну, ничего. Все, переживем. Мама, тебя кидает снежок. Да, сыночек, снежок. Снежок теперь везде. Опять у меня тут туйку, надо ее, кстати, вытащить. А то она и так бедная, у меня там поломанная. Еще опять ее придавила снегом. Сейчас я ее отрухну. Вот она моя поломанная туйка. Надеюсь, все будет хорошо. Посмотрите, тут какие нарциссы. Они вот-вот должны были зацвести. Гляньте, все в бутонах. Вот так. Ну ничего, все растает. Еще подцветут. Надеюсь, не пропадут. Ну, в любом случае, я вам попозже покажу, замерзли они или зацвели. Итак, у нас прошло еще время. Цыпляткам уже 2 недели. Вот такие вот малыши-карандаши. Вот, кстати, тот светленький цыпленок. Оперение его становится серым, и уже даже не видно, да, что он чем-то отличается. Ну, вот там, где уже оперился, да, перышки точно такого цвета, как и у остальных ликбарчиков. Единственное, у него лохматые ножки, поэтому его всегда будет видно среди остальных цыплят. Опилочки уже грязные, подстилка уже так вот прям... Хорошенечко они загадили. Вот. Но она сухая, все нормально, но я сейчас буду заменять опилочки. Все-таки мне больше нравится, когда все чистенько у них, уютненько. Вот. Хотя и да, подстилка абсолютно сухая, никакой сырости, но я ее сейчас поменяю. Вот такие малыши-карандаши. Сейчас они стоят на балконе и даже выключен свет, потому что здесь очень жарко, вот они на солнышке как раз-таки греются. Ну, вот так вот быстро поменяли опилочки. Теперь цыплятки на чистых опилках. Сейчас насыплю им еще свежего корма в такую вот мисочку и поставлю свежую водичку. И будут дальше расти мои малыши. Кстати, ни один не сдох, ни одного цыпленочка мы не потеряли. Все живы, здоровы, растут, оперяются. Все как надо. Сегодня у нас очень солнечная погодка. Я даже выключила лампочку, и цыплятки нежатся именно на лучах солнышка. Греются. Причем, мне кажется, им даже так жарковато, потому что они по углам лежат, там, где солнышко не попадает. Вот такие вот уже цыпочки. Кстати, цыпляткам 20 дней, считаю, по последнему цыпленку. Вот, поэтому им сегодня получается 20 дней. Вот такие вот крошки картошки. Да, есть цыплятки, которым больше. Так вот в темноте стоят, тут не видно. Ну, вот этого давайте красавчика вам покажу. Есть цыплятки, да, у которых возраст побольше, там где-то около 25 дней. Вот, но они все одинаковые, поэтому сложно понять, каким 25 дней, каким 20. Поэтому считаю, как всем 20. Вот такие вот карапузики. Пока будут жить в брудере. У нас холодно, у нас периодически еще срывается снег. Сегодня жуткий ветер. И обещают потепление только с завтрашнего дня. Ну вот когда уже ночи станут более или менее теплые, я переведу в курятник, но все равно также под теплую лампочку, чтобы, не дай бог, с ним ничего не случилось. Здесь, конечно, видно, что четко мальчик, по окрасу уже пера все видно. Девочки с коричневыми крылышками, а мальчики с серыми. Кстати, если у кого-то есть цыплятки ликбаров приблизительно такого же возраста, я бы обменялась петушками. Вот. Или если кому-то нужно, я бы могу продать петушков недорого. Порода ликбар. Вот. Потому что петухов вылупилось много. Их, по-моему, 8 или 9. Вот. Поэтому я бы обменялась петушками. Или вот если кому-то нужно, я недорого продам. Вот такие красавцы. Все красивые. Все ликбарчики, у нас только одна вылупилась из розового яйца, курочка вот у нас со светлой головкой, но ее никак не перепутаешь, у нее лохматые ножки, и она сама светленькая. Все остальные из голубых яиц, все ликбарчики, курочки и петушки, вот такие красавцы. Их сразу видно, где петушки, где курочки.
Поэтому, если кто-то хочет поменяться или приобрести себе Ликбарчика, пишите, созвонимся, спишемся, обменяемся или приобретете. Вот такие красавцы. На этом я буду заканчивать свое видео. И, наверное, я вам их покажу, когда им уже будет месяц. И, наверное, когда я их уже буду переводить в курятник. Вот такие красавчики. Цыпкин. Ай, как хорошо на солнышке. Все, мои дорогие, всем пока-пока. До новых встреч.